Всем привет! С вами канал Монах Синема. И сегодня мы находимся на одной заброшке. Она новая, но, к сожалению, заброшена. Сейчас мы ее с вами немножечко осмотрим. Надпись, которая говорит сама за себя. Она более четко подчеркивает, под кем мы ходим. Ну а предыдущую заброшку вы прекрасно видели. Так, ну это, наверное, служебное помещение. Такой большой холл. Судя, наверное, по всему, подвал есть. А может быть и нету. О, здесь вообще какая-то пристройка должна была быть, походу. А, с отдельным выходом. Значит, здесь просто крыши нету. Изнутри двор. Вот так вот выглядит. А, подвальчик-то есть. Есть подвальчик. Надо только понять, как туда попасть. Сейчас мы попробуем найти лестницу. Ну, в принципе, обыкновенная, банальная заброшка новая. Либо денег не хватило, либо еще чего-то. Ага. Это, скорее всего, магазинные помещения. Я просто лестниц почему-то не вижу. Где лестница-то? Туда мы входили.
Там мы тоже были. Пойти вот туда вот дойти попробовать. О, подвал-то сухой. Только на, где на нем вход? Сектор ключ. Ага. Я понял. Надо выйти на улицу. Внутренний двор. Ну вот. Мы и на улице. Но, по-моему, от этого нам не стало легче. А нет, лестница, вот она. Раз лестница. И два лестница. Точнее, это не лестница, это лифт. Тут бомжики спят. Спали. Спали бомжики. И это, по-моему, как раз вход в подвал. Да? Ну да. Судя по лестнице, это вход в подвал. Хорошо. Попробуем прогуляться по этажам. Просто все разрушают. Просто. Матрасик здесь был. О, тут в что-то играли. В чего-то кто-то здесь играл. Команда гандонов. Ну, до этой команды мы тоже дойдем. Посмотрим, что там. Ну, по идее, должны были быть большие комнаты. Во, раз, два, три. Уф. И, соответственно, лифт. Ну да. Лифт был один грузовой. Почему был? Должен был быть. Так, здесь 9 этажей. Вот плиточку кто-то приготовил уже. Наковырял. Да. Сильно разворочено. Чердак. Фу. Да, это чердак. Так, а это лифтовая шахта, походу. Через весь дом пройти, не выходя на улицу, в любой подъезд. Да, судя по всему, не судьба на крышу залезть. Ну, наверное, здесь и будем выходить. Как раз вот на эту сторону. Какое-то предприятие нашел заброшенное. Сейчас попробуем по нему пройтись, посмотреть вообще, что к чему. Видите, сколько ходов и выходов тут. Вот даже тоннель такой был двухэтажный. По второму этажу проходит проход. Ну, разбито, конечно, и разрушено практически все. Тут деревья кто-то пилил. Лестница практически вся осыпалась. Вот тут какие произведения искусств нарисованы. О, ХЗБ. Ага. Только ХЗБ уже давно нету. И это можно увидеть на моем канале.
Да. Санузел, скорее всего, был. Вода течет по стенам. Вот это непонятный выход. Вообще. Вот там еще что-то работает. Краны стоят, трактора, рабочие ходят. Я пару рабочих, конечно, наверху видел. Они что-то там рушат. Но это ихнее дело. Где-то тут лестница была. Вот она, лестница. Слушай, такое капитальное на самом деле здание. Это кирпич красный, а здесь тонкая стена. Проломили ее. Лестница бетонная. Может быть, даже какое-то учебное заведение было. Не исключено. Вот со второго вида, со второго этажа вид получше. Здесь видно, что досочки разбирают. Все. Кирдык, так сказать. А что здесь такое было-то? Не знаю. Песок какой-то сверху ссыпают. Ну, третий этаж. Вот, тут даже лифт был. Тут даже лифт был. Честно сказать, ну, не на что тут смотреть. Просто обыкновенная заброшка. А вон, видишь, кирпичики кто-то складывает. Да это, скорее всего, учебное заведение было. Потому что вот он, длинный коридор. Тут второй лифт был. А где-то я только что тут лестницу видел. Где-то здесь была лестница. И я еще хотел подняться на второй этаж. О. Здесь тоже много чего порушили. Но здесь вот еще кирпичные кладки живые. О, это выход на одну из крыш. Деревце растет. А, пенопласт вынимают. А для этого нужно крышу раскопать. Вот оно как. Ух. Шашлычком тут пахнет. Прям какими-то копченостями.